Всем привет! Сделал я вот такой манипулятор для вот этой радиостанции. Потому как динамик здесь стоит такой, что я его там ничего не слышу. Он слабенький, маленький, в общем, плохонький. Так, ну, контейнер для аккумуляторов я уже показывал, как здесь сделан. Вот, смотрите, что у него есть. Вот тут два джека для управления или микрофона. И еще есть дополнительное такое я поставил. Это питание для усилителя, который здесь вмонтирован, усилитель. Сейчас я покажу вам, как это устроено. Ну, сами по себе вот такие манипуляторы, они от радиостанции «Кактус», «Карата». Есть отдельно продавались такие, они без маркировки, просто для того, чтобы для собственных поделок можно было использовать. На нем стоят две кнопки. Одна кнопка – это прием-передача, а другая кнопка – это тональный вызов. Мне здесь не нужно никакой вызова тонального, то я, соответственно, это обе эти кнопки запараллелил, и все. Так что вот для удобства. Хочешь ту нажимай, хочешь другую нажимай. Разницы никакой нету. Ну вот смотрите, как она устроена. Ничего тут такого нету страшно мудрого, интересного. Значит, здесь у меня усилитель смонтирован. Усилитель в разных местах раскидан. Вот тут транзистор стоит. Вот он. Потом конденсатор тут и одно сопротивление. И смещение между этими СМД-шной сопротивление припаяно. Прям на вывода. Ну и еще тут один конденсатор стоит. И вот здесь еще. Вот это была плата контроля напряжения. Был светодиод, и когда напряжение падает, в аккумулятор разряжается, он загорался. Только не светодиод, а лампочка стояла. Ну вот, и я это все убрал, мне это не надо. А этот микрофон, вот он. Вот здесь он лежит, на этом поролоне. А тут напротив просверлено отверстие, куда будем разговаривать. Она напротив, на самом деле не совсем напротив. Но это не важно. Все равно все работает. Так, теперь главное вставить динамик. Динамик высокоомный. Ну, что-то там 50 с чем-то, что ли, ом. Вот так, теперь вот это вот надо вот так вот положить и закрыть. Вот. Вот такой манипулятор получился. Опять же, я говорю, для чего так? Во-первых, неудобно кнопку нажимать и микрофон туда говорить. Потому что это все вон в этой в радиостанции вот. Вот кнопка передача, и вот, а вот микрофон, и вот надо туда говорить. И даже это же ну, очень-очень плохо. А потом сам по себе динамик, но он, и ничего в него не слышно. Вот, а здесь получше. Притом, так как этот динамик все равно не сможет разговаривать нормально, вот здесь сделан этот вот усилитель. Здесь светодиод показывает, что напряжение подано, когда включаем. Хотя здесь дисплей засветится, но и тут тоже. И вот они две кнопки. Хоть ту жмешь, хоть ту, какую нравится, хоть обои одновременно. Так, посмотрим теперь, как схема выглядит. Вот наш манипулятор. Вот такая схема. На них есть две кнопки у нас. Одна кнопка – это прием передач, вторая кнопка вызова. Вызов нам не нужен, поэтому мы их запараллелим. Вот они, эти кнопки. Стандартный разъем от манипулятора мы обрезаем и ставим тут два стереоджека. Вот они. Потому что у нас на радиостанции, на основной плате, там припаяны они как раз такие вот разъемы. Поэтому тут выдумывать ничего не надо. Значит, получается так, когда вот этот воткнем, у нас прием, передача, вот хоть этот нажимаем, хоть этот, все равно.
через вот этот вот у нас, через стерео вот этот вот, у нас идет микрофон. Вот он. Это на земле, конечно. Для того, чтобы у нас вот усилитель вот этот питался, нам нужно добавить еще один штекер. Любой. На корпусе устанавливаем разъем, и вот штекер у нас. Придет напряжение 12 вольт. Здесь у нас светодиод для контроля, что напряжение подано. А другой у нас, вот этот стереоджек, у нас так идет. Хоть левый, хоть правый, они вместе соединяем. И вход на усилитель подается. Земля у него общая, вот как обычно у этого джека. Ну и все. Вот номиналы, вот они все есть. Транзистор вот КТ-819. Динамик его родной стоит там. 43, кажется, ума. Или даже 50. В общем, высокоумный он. Другого у меня не нашлось. Ну вот так вот она все это дело сделанное, все работает. Так вот он работает, динамик этот. В общем, нормально. Так, на этом я заканчиваю. Большое спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всего вам хорошего. Пока.